матче 17-го тура испанской премьеры Барселона одержала домашнюю победу над Сельтой со счетом 2-0. На 10-й минуте Альба покатил мяч на линию штрафной. Рубен с ударом Месси справился. Но добивание Усмана Дембеле уже стало голевым, счет 1-0. На 45-й минуте прошел поперечный пас Альбы, от левой бровки к радиусу штрафной. Лионель Месси вывалился на ворота и пробил под самую штангу. Таким образом, Барселона с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а Сельта расположилась на 10-й строчке. И имея в активе 21 очко, в следующем туре каталонцы 6 января на выезде сыграют с Хетафе, а Сельта на следующий день примут Атлетик Бильбао. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch how elegant, stand strong, this is it, are you built for this? Yeah. As the clock